Здравствуйте, меня зовут Егор Панин, я являюсь бренд-шефом компании Borg. SmartChef Borg U810 – умный прибор, заменяющий целую команду поваров на вашей кухне. Он готовит блюда ресторанного уровня под ключ, объединив в себе 8 устройств. Все, что вам нужно, это выбрать рецепт, добавить ингредиенты и следить за пошаговым приготовлением. В комплектации предусмотрены стальная чаша объемом 2,2 литра, корзина для приготовления блюд на пару, насадка-нож для измельчения и смешивания, насадка для приготовления кремов, насадка-заглушка для режимов варки и сувид, и также кулинарная лопатка. Насадки легко снимаются. Для этого достаточно, придерживая их, повернуть основание чаши против часовой стрелки. Вы можете управлять смарт-шефом и запускать приготовление блюд в один клик через мобильное приложение Borg. Здесь для вас собрана и регулярно пополняется коллекция рецептов с пошаговыми инструкциями. При возникновении вопросов вы можете задать их персональному консультанту в чате. Для синхронизации со смартфоном откройте раздел «Настройки». При первой активации выберите опцию «Подключение к новому устройству на смарт-шефе». Затем включите Bluetooth на смартфоне и зайдите в раздел «Техника» в приложении Borg. Выберите SmartChef U810 в списке устройств приложения и разрешите подключение. При успешном соединении на экране смарт-шефа появится значок Bluetooth. Панель управления смарт-шефа состоит из трех разделов – коллекция пошаговых рецептов, запрограммированные режимы и настройки прибора. В смарт-шефе 70 встроенных рецептов. Выберите блюдо, подготовьте ингредиенты по списку и следуйте пошаговым инструкциям на экране. Для вашего удобства в описании шага указывается необходимое количество ингредиентов и активируется функция взвешивания, если это необходимо по рецепту. Вы можете приготовить блюдо по своему рецепту, используя 7 режимов: приготовление на пару, тушение, жарко, сувид, взбивание, нарезка и мельница. С их помощью вы легко нарежете овощные салаты, приготовите морепродукты на пару или в соусе, сделайте мясо сувид, взобьете крем и измельчите твердые сыры. Самые популярные функции – измельчение и смешивание, поэтому мы вынесли их в раздел Blender для быстрого доступа на панели управления. Вам остается только выбрать скорость от 1 до 10 и плавно переключать их с помощью регулятора. Откройте SmartChef, нажав на боковые кнопки и повернув крышку против часовой стрелки. При включении на дисплее отображается стартовый экран. Выберите с помощью регулятора температуру нагрева, время приготовления, скорость и направление вращения ножей. При движении по часовой стрелке ножи нарезают ингредиенты острой стороной лезвия. При движении против часовой перемешивают продукты. Для запуска приготовления закройте чашу и нажмите старт. Крышка состоит из основной части и верхнего съемного элемента. Обратите внимание, указано ли в рецепте, что его необходимо снять. Если вы самостоятельно выбрали скорость приготовления выше 6, закройте верхнюю крышку для защиты от разбрызгивания. Если желаете изменить настройки, нажмите «Стоп» и скорректируйте параметры. SmartChef легко очищается после приготовления блюд. Все съемные элементы, включая чашу и ножи, можно мыть в посудомоечной машине. Благодаря съемному уплотнителю крышки ее также легко полностью очистить, предотвратив скопление частиц продуктов. Для удаления легких загрязнений в чаше используйте программу самоочистки. Ее продолжительность 20 минут. SmartChef Borg – это новое поколение техники для тех, кто знает толк в блюдах ресторанного уровня. Он заменит команду поваров, освободит время и пространство на вашей кухне.